I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. Так, в Кирове я смотрю, пост такой достаточно оживленный. Ребята работают, службу несут. А это у нас уже улочки города Кирова. Осенние, уютные такие. Узенькие. Это, наверное... Это Ленин, это Киров. Памятник Кирову, наверное, площадь Кирова. У нас в Новосибирске, кстати, тоже есть площадь Кирова. Всем кировчанам большой привет. Все, на Октябрьский проспект заехали. Здесь мы с Ромкой встречаемся. Что-то на Лукойле смотрю, между 92-м и 95-м 4 рубля разница, охренеть. Алло. Алло, ну я на аллею жду, здесь стою, увидишь меня. Ага, ну я по проспекту уже наваливаю, там местечко мне какое-нибудь хорошее, это, займи. Окей, давай. Ё-моё, заряженные низкие десятки. Там танки вон стоят. Вот смотрите, танк здесь такой, аллея на Октябрьском проспекте. Ну осенняя такая, осенний пейзажик, с погодой повезло. Люди гуляют, сегодня выходной день, суббота. Ни пробок, ничего нету. Вон снова Сергею Мироновичу Кирову, еще один памятник. Здорово, я с оператором сегодня. Ну что, как жизнь? Да, нормально. Офигенно вообще, погода офигенная. Я думал, ты без номеров гоняешь, номера перечислил. Я все взял на продажу. Для себя? Для себя. Ты и тут для себя брал? Это Демид, знакомься. Рома. Демыч, а шапку оденешь? Нет. Сейчас пойдем тачку смотреть, кейкар у дяди Ромы, смотри какой. Рома пригнал тачку с Владикой, еще одну. А белую продал, да? Быстро? Да, за неделю можно сказать, что. А эту выставил? Не-не, на этой пока сам езжу. О, моя мечта. Но если кому будет интересно купить, пишите. Раздвижные двери. У меня же тоже сейчас раздвижные. Я зашумел уже. Ого. И что, есть разница? Ну, я еще этот, как сказать, отсек двигателя не зашумел. Не, а вот это есть разница? Она же такая, считай, везде голый металл. У тебя и шторки здесь, да? Ну, это я сам уже сделал. Офигеть здесь. Идем, смотри, отсек какой, почти как в плацкарте, можно на третью полку лечь. Только не подтягивайся, как на турнике, ладно? Пацан. Здесь все это, все, да, серьезно, металлик. У меня же тоже сейчас со слайдерами, видел, да? Так это как мы с тобой смотрели Mitsubishi. Да, и да, да, такая же. Это тоже самое, только Nissan. Только та турбовая, да, была? Сколько? 3,5 балла, 122 тысячи пробег. Брал у Ромы Japan Auto. Да, Рома Japan Auto, да. То есть она пришла, и я в этот же день ее купил. Но у него машины не очень дешевые, да, я так понял? Я не дешевые взял. Не дешевые. Зато она как бы вся честная. Не по низу рынка, да? Не, ну я у Дарьи тоже честную машину купил. В принципе, там тоже все аукционник, все. А вот это было? Да, единственное, да. И вот тут. Ну, это такие мелочи. А ты не заезжал, у вас спецы есть по жимкам? Я смотрю, резина, она аж сюда протектор. Он вот так, и еще сюда маленько. А, это специально, да, так? Дышка, ну, типа грузовая, да. Размер 145 на 80, двенашки? Двенашки, нифига себе. Два комплекта вот было, дисков, ну, колес, короче, зима, лето, все новое. А мои продавцы говорят, что колеса невыгодно, типа они выкидывают их. Ну, не знаю, мне Рома все отдал. Нифига себе, можно открыть, да? Я вожу всякое, барахло, у меня тут. Ну, вон, у меня тут еще осталось. Ты будешь ехать, ты лучше звони мне, что в этот инстаграм, я что захожу, то не захожу. Да, я тебе писал, вот, что-то не стал звонить. Да лучше звони. А что это такое? Тут японцы всяко, они же типа модифицируют, типа тут какие-то рейлинги вставляют, сюда какие-то рейлинги всякие вставляют, да? У них там, ну, всякие прибамбасы на своем-то рынке продаются, типа, чтобы, короче, приколы всякие делают. Она вся целая, ни одного элемента крашеного нет, точно, 100%. Офигенно. А белую, что, как у вас проверяли белую, вот как мы проверяли, у вас смотрели Алиада, вот это, Херада? Нет, там приехали люди такие, как бы, ну, простые покупатели, наверное.
У меня тоже покупали, смотрел автоподборщик. Про аукционник, Аляда, я вообще слова не слышал. Этот, как его там, аукционный лист, что есть? Да, есть. Все. Мне кажется, вот именно кто покупает такие машины, ну, допустим, даже пофиг там, Сибирь, Урал, Поволжье, то есть про Аляду, мне кажется, из Я тоже, людей, я ни там, разу, я по идее перекупом же был, и ни разу про Аляды не слышал. Так что у нас не заморачиваются с этим, ребята. Но если кому будет интересно, пишите. Продам машину. Почем? Блин, я не буду пока называть на камеру. Не, почем? Купил, купил я ее дорого. Дорого, да. А почем продаж? Не знаю. 600 отдам. 600 кому будет интересно, с торгом. За 600 тысяч, да? А она какого года? Она уже сейчас будет вся зашумлена, она вся обслуженная. А какой здесь год у нее? 17-й год. 17-й год, 3,5 цента. А у вас здесь неплатная парковка? Не. Нормально все? Да, да. Ну, я тут как бы на ночь машину оставляю. Ты спереди тоже квадратный номер, да, повесил? Да. Я заказал вам в Москве, что мне там, за несколько дней транспорт не пришли. Зеркала вот такого вида. Ты уже коврик здесь сделал, да, такой? Да, я купил коврик. Ну, короче, уже машина реально все как бы. А, вот она, потеха, да? Ну, то, тут у тебя лухари. Ну, тут лухари. Типа это, такая она с картой, там, Wi-Fi, USB, все, короче, хоть что хочешь. Слушай, так у меня в Subaru тоже, у меня вообще там планшет. Прикинь? Ну, вот, короче, вот это десятку стоит. Как тебе Subaru-то? Что скажешь? Сейчас что, посмотрим. Ну, потихоньку разбирается, он видишь. Какой это EJ там какой-то. Да хер его знает. Мотор EJ25, а кузов BR, кажется, называется. Я особо не знаю. Я знаю, что у Subaru надо за уровнем масла следить прямо. Ну, я слежу, да. Я же король перегона, ё-моё. Я все это, да. 4 ВД с кнопки. Я уже тут столько мест наоблазил вообще. Да? Куда только не съездил. Она проходимость, ну, реально, не хуже Нивы. Если ее чуть-чуть еще лифтануть. А сколько лошадей? 53. 53? Ну, 53. Хоть не 49. Ключ с чипом или нет? Это сигналка родная, ну, да? Ну это типа да, центральный замок родной. Да нет, горки-то вообще нормально. В кабине. Чисто как на автобусе, да? У меня не так в моем. У меня же тоже кабина большая. У меня еще пол повыше, мне кажется. И у меня отсюда вот это. Сиденье, видишь, высокие, у тебя там. Да, есть. Да, посадка другая. У меня. Тут прям как на Ниве сидишь. У меня лобовик дальше. И вот это все выше. Оно как бы есть, но оно вот там. Тут еще и за счет полки видишь. Ну да, как-то да, сидишь повыше. Слушай, а ты на топ-дог тогда ездил? Будешь сегодня смотреть этот бой? Какой? Сегодня не знаешь, какой бой сегодня? Минеев. Минеев Исмаил. С Магой, да, за Магу был, блядь. За Магу? А я, мне кажется, Вова, как в первый раз да победил. Да мне просто Мага симпатизирует, ну типа угарный тип. Так мне кажется, он и второй раз его победит так же. Но просто сейчас же чемпионский бой, ничего уже не дадут. Так что джань-джань, все нормально будет сегодня. А завтра, кажется, завтра Шлеменко дерется тоже с кем-то. Да, я сегодня видел, у Лютикова вышел там какое-то видео опять. Ну, Александр Лютиков, если кто в теме смотрит. Лютиков постоянно там скандальчик какой-нибудь. Да, да, можно даже прям так. Есть ощущение, что мы в таком каком-то большом... Ну-ка, в горочку. Тахометра нет, все по минималке, да, получается здесь? Это не самая минимальная комплектация, то есть тут стеклоподъемники есть, и полка есть, ага. И что-то еще, я не помню, в минималке там даже сиденья другие такие все. Турбинку бы, конечно, ей вообще было бы песня, потому что мувик турбовый ехал прям вообще на уровне. Ага. Но он мало места в нем или что, почему-то? Да, нормально. Да я не знаю, просто ради интереса выставил, думаю, вот интерес у людей как бы. Продам так продам, не было такой цели, что типа перегон на продажу. Прикольно, что... Спасибо за тест-драйв. Выключи свет. Пойдем, Subaru покажу тебе. Под Кировом решил заправиться 92-м, потому что разница в цене целых 3,5 рубля, 46,50. Вот, ну плюс скидка вот Яндекс.Заправки. Так что это... Сейчас посмотрим, как на 92-м машина поедет. Атака 7,4-7,6 литров по трассе, вот так вот. Что ты смотришь? Да, тут за Кировом движение плотное. Вообще, да. Никто не обгоняет.
На Дальнем Востоке тут бы вообще автобусы бы будут здесь через сплошную обгоняли. Здесь все четко. Инспектора бдят, дисциплина на высшем уровне. Мостик через реку Кама, село Афанасьево. Половина пути до Перми где-то. Поехали. Кафешка «Граница» называется. Видимо, на границе Кировской области и Пермского края. Вот здесь гостиница, стоянка. Это что такое? АЗС 40-43. Это что такое? Это цена, наверное, 40-43. Сейчас мы здесь отужинаем. Мост через реку Кама, город Пермь виднеется. Как тебе? А это город уже Пермь. Демид говорит, что ему здесь нравится. Да. Вот, значит, наш отель «Нефтяник», гостевой комплекс «Нефтяник». Смотри. Что, как тебе наш номер, наши пенаты? Смотри, у нас умывальник есть обычный. Здесь что? Шкафчик, две шконки. Заправлять самому. Смотри, вон, видишь, постели дали. Вчера это мы ночевали, там душ не был включен в стоимость. А здесь что-то ничего не говорят, наверное, включен. Нормально, ты жучок подсуетился. А папа стоит одетый. Припарковались удачно. Тачку видно из окна, все, можно спать спокойно.